На канале НТВ продолжается премьерный показ 4 сезона детективного остросюжетного сериала «Балабол». Что же будет в новых сериях? 5-6 серии «Шансон на крови». Бывший медвежатник Сиплый пробует себя в исполнении шансона, и у него это получается. У Сиплого появляется любовь – певица Карина, вместе с которой он начинает давать концерты. Продюсер Успенский, узнав о прошлом Сиплого, угрожает изувечить Карину, если тот не пойдет на дело. Сиплому надо взломать сейф, в котором хранится компромат на продюсера. Поняв, что ситуацию не разрулить, Сиплый приходит за помощью к Сане, но застает у него дома только Михаила Ивановича, который приехал к сыну, пока тот с семьей в отпуске. Михаил Иванович берется сам помочь Сиплому. 7-8 серии. Почему у вас мусор? Городской криминальный авторитет Михей становится заместителем мэра по коммунальному хозяйству. Ему теперь подчиняются все мусорные полигоны. Бригада Михея переходит дорогу людям бывшего зама, который прежде контролировал эту сферу. Начинаются разборки, и на Михея совершается покушение. Приходится вмешаться Сане. Маша что-то задумала, но скрывает это от кузнечика, чтобы сделать ему сюрприз. Премьера новых серий состоится с 23 сентября на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.